Телеканал «Шансон ТВ» и радио «Шансон» представляют. Проект 130 в масштабе интернета. Это значит, 130 миллионов пользователей мобильного трафика по всему миру увидят живые концерты проекта 130 из любой точки Земли. Впервые 27 июня. Прямая трансляция. Михаил Бублик в доме Высоцкого на Таганке с программой «Вместе мы обязательно будем». В 19.00. Смотрим на «Шансон.ТВ». Проект 130. Все будет онлайн. И собор ты ее бросает в набежавшую волну. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест. В этом году телеканал «Шансон ТВ» и радио «Шансон» по доброй традиции вновь отправляется в Витебск. Телеканал «Шансон ТВ» и радио «Шансон» представляют. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. 19 июля. Летний амфитеатр. Звезды «Шансон ТВ» в праздничном концерте. Александр Новиков, Катерина Голицына, Валерий Курас, Сергей Любавин, Дмитрий Хмелев, Игорь Слуцкий, Михаил Бублик, Александр Ламинский, Любовь Шипилова, Павел Кашин, Денис Майданов, Афина, Владимир Ухтинский, Сергей Куприк, Леонид Телешев, Александр Маршал, Сергей Рыбачев, Рустам Штар, группа «Две луны», Александр Кальянов. Начало в 10 вечера. До встречи 19 июля в Витебске. А проведут его ведущие телехит-парада Артем Демин и Катя Шевцова, известная вам по программе «Культ Поход». Мы желаем нашим ребятам удачи, а всем участникам фестиваля громких и продолжительных аплодисментов. Хотя в публике «Славянского базара» сомневаться причин нет. Я в свое время удостоилась чести побывать на этом фестивале и лично убедилась в том, насколько тепло наших звезд принимают белорусы. А это лишний раз доказывает, что всех нас, украинцев, белорусов, русских, объединяет хорошая песня и телеканал «Шансон ТВ». Кстати, Украину в этом году будет представлять обладатель 11-го места хит-парада «Шансон года» Александр Ламинский. Сейчас вот время такое, когда все превратилось в какую-то пластмассу. То есть ты делаешь пластмассу, она везде крутится. Так складывается, что только вот шансон ставит хорошие душевные песни. Сколько б я ни голосил, не услышишь ты. Артист сейчас активно готовится к этому событию и параллельно записывает новый сольный альбом. Мы от души поддерживаем Александра в его творческих подвигах и, как всегда, ждем новые видеоработы в телеэфире «Шансон ТВ». А вот что касается хит-парада «Шансон года», тут поддержать музыканта придется уже вам. Голосуйте за него, отправляя код ША-505 смс-сообщениями на номер 5303. Ты, сердце ранимое, все, что внутри меня, песня незримая. Ты, радуясь и грущу, просто не отпущу, только ты жди меня. Не пропади среди суеты. Не пропади среди пустоты. Только о любви говори сейчас, словно бы ее не было до нас. Сколько же миров, сколько пустоты, просто собой заполнил ты. Мир вздрогнет от имени, только храни меня, только люби меня. Прямо в ладонь, сердце влюбленное болью не тронь. Только о любви говори сейчас, словно бы ее не было до нас. Сколько же миров, сколько пустоты, просто собой.
ров, сколько пустоты. Просто собой заполнила ты. Только о любви говори сейчас, словно бы ее не было до нас. Сколько же миров, сколько пустоты. Просто собой заполнил ты. Просто собой заполнила ты. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.